Всем доброе утро. Светлана сегодня нервничает, хочет быстро все приготовить, потому что после обеда обещают дождь, погода будет плохая, и Светлана переживает, что свет выключат. Сделала тебе сегодня суго для макаронов с говядиной. И бабушке сделала это, что вы делаете. Хотела она с этим синенькими. А она что тебе не помогает? Она ж хотела, что не помогает? Ну, не знаю, она просто... Заварила. Да помогла бы себе, она же хотела готовить. Не, она говорит, пришла, говорит, что сделали еще помидоры, и это. Я говорю, ну у меня морковки нет, Андрей пошел за морковкой. Я купил морковку. Я говорю, а кабачки дома есть, синенькие есть, и помидоры есть, я сейчас ее сделаю. Ты там что-то купил, да? Да, вот наши помидорчики есть. Да, кстати, сегодня вот собрала в душе какие помидорчики. Там еще есть. Огурчики, это все с нашего огорода. По чуть-чуть же помидоры начинают. Так, что ты тут нам принес? Салфеточки, да, я тебя просила. Вот это мне на кухню. Не, или... это я не на кухню, это я себе. Хорошо, в сторону вставляем. Даже буду красить. А, ты хочешь коридор себе покрасить, да? Так, попросила ему для туалета взял. Горошек взял. Потом хлеб. Ты знаешь, я о чем забыла тебя попросить? Потому что у меня очень много рогановой муки. Я хотела попробовать с той муки спечь хлеб. Надо будет потом купить тоже. Так, кефир папа купил. Молодец. Дальше что папа надо? Яйца нам как раз надо было. Я боялся, что разбил бы их по дороге. Да, соседа нет. Так, что ты взяла? Мандаринки? А нет. Абрикоски. Абрикосы, да. Ура! Фрукты, у нас появились фрукты. Так. Абрикосы. Ну, уже не обманывай, что вы долго сидели без фруктов. Ну, один день. Ого, это уже трагедия. Морковка, вот это нам необходимо, я прям ее жду, потому что мне сейчас надо будет. Так, это что? Колбасу папа купил, вареную кусочек. Так, виноград купил папа. Сладкий. Сладкий, я пробовал сладкий виноград. Так, дыничку я вижу, купил. Виноград мы можем положить сюда. Вот так. Дальше гречку. Горох. Слушай, что я просила гречку горох, потому что нам надо. Уже давно все поняла. Я, честно говоря, уже зашел в магазин и не помню, что брать. Да я сейчас возьму по-любому сварю гречку, потому что макароны будешь есть ты. Бабушка будет она гречку есть, она особенно макароны не любит. Это вареная колбаса. Вот, я еще купил дыньку. Понюхай, как она пахнет. Классно, да. Прекрасно, да? А это уже наши дыни? Ну, я, ну конечно. Но это не турецкие. И арбуз, Андрюша. Ну, небольшой я взял такой. Я взял, не мальчика, я вижу. Плохо. Молодец. Иду я быстро заготавливать, помою руки, потому что у меня там... Вроде все, что ты говорила, да, или нет? Да, потому что мне надо... А, муки забыл все купить, так? Да, муки белые, у нас муки нету. Коля-то приехал, говорит, что у нас дома муки нет. То что, пойти еще муку купить? Возьми, я, может, действительно сделаю ржаной хлеб, попробую сделать. Я согласен, но смотри... Чего-то, чтобы не покупать эти пару дней, можно сделать... Ну смотри, что еще купить, только хлеб и больше, говорю, хлеб, муку и больше ничего, да? Да, вообще ничего. Ну, чтобы я просто не бегал 10 раз. Ну, смотри, девочки, говорю, подойти, у нее есть мука белая, высшего сорта. А, да, я сейчас куплю там, да. Ну, видишь, как раз сейчас еще почисти морковочку, что ты принес. А малышам я купил шарики, понадувал, и Доля там гоняет, а Виля кушает. Виля, как всегда, на улице кушает, а Доля бегает с шариками. Я хочу покрасить сегодня. Как раз после обеда, если будет дождь, то покрашу. Как раз можно освежить зал. Сегодня там ничего не будем делать, потому что пускай высыхает хорошо. Подсохнет хорошо. Немножко вчера в огороде подрезали хризантемы, они у нас очень... такие высокие, и поубирали там салат, так как обещают сегодня дождь, сарай ты там ничего делать не будешь, так что займешься в зале, я упаковку убрала, сейчас что-то приготовлю. Доля, как всегда, со шариком своим. А ну, попробуй виноград. Да, я много не брал, попробовать купил. Виноградик усе. 70 гривень кілограм. Виноградик. Я пробував сладкий.
Сладкий, правда? Все купил, а забыл муку купить. Ага. Еще надо сходить муки купить. Гарный, гарный. Ну, Вилечка, ты что там творишь? А что, прикотка? Да. Да, еще арбуз купил, дыню взял. Колонь купил? Великий? Не. Не бери великий. Не, я большой не брал. Я меньше взял. Я меньше взял. Ты на 100 рублей выкинул. Не, я меньше. Да, я знаю. Сладкий? Угу. Дуже прикоска солодка. Така м'ясиста, як м'ясо. М'ясо. Ну, пускай подсохнет хорошо. Потом Светланка уже картины все повесит, какие она хочет. Останется наша комната, Колянина комната, материна. И уже все. И все беленько, чистенько будет. Не знаю, гвозди я не вытаскиваю, потому что Светлана пускай решает сама, какие она картины будет вешать. О, теперь можно и свои любимые макарончики покушать. Спасибо Светланке, что он приготовила макарончики мои любимые. О боже, как Светланка уедет, что же я буду делать? Макарончики буду кушать. Так? Суп я тебе наготовлю? Да, мне не надо, я себе сам приготовлю. Суп я тебе наготовлю? Целую такую баню. Холодильник поставишь? Да зачем мне? Я не хочу, я буду себе варить по чуть-чуть, свеженького. Зачем мне? Целая кастрюля, чтобы я целую неделю ел. Я что, не умею готовить? Нет. Я приготовлю и макароны, и котлеты, смотри, и суп, и борщ. Смотри, у нас оранжевые помидоры. А? Оранжевые помидоры, это же наши. Да, а потому что он дал мне разных сортов помидоры. Он говорил, что эти помидоры, будут поздние, но, говорит, увидишь, сколько их будет, они будут хорошие. Спасибо этой женщине, что она мне посоветовала. Но я раньше покупал, как-то странно. Купишь, куст вырастет, а там 4 помидорчика, 3. А это ты же видала на кустике, сколько помидоров. Огурчики сладкие такие. Ну, огурцы я у нее не покупал. Я покупал только помидоры того мужика. Не знаю, не был. Надо будет поехать. Або в субботу и воскресенье надо будет съездить на рынок. Уже давно на рынке не был. Не хочешь со мной поехать? Может, поедем, посмотрю. Садись бы, макароны будут холодные. А, конечно, макарончики. Ну, как хорошо застыло уже, аж побелело. Прихватило хорошо. Краще постоит пару дней. И потом сделаем опалубку. Зальем это все. И будет прекрасно. Хорошо, что такая бетономешалка маленькая, хорошая. Небольшая. А так дома иметь хорошо. Уже потихоньку начинают помидоры. А то я что-то переживал. Зеленые. А это он мне говорил, что они будут поздний сорт. Ну, такие хорошенькие будут. Но эти высокорослые только-только начинают вот этот. А так они еще зеленые. Ну, потихоньку. Но на этом кустике уже тоже начинают по чуть-чуть. А это что такое? Малина. Ну, Светланкин талисманчик, какой паучок.
Я хотел его забрать, Светланка говорит, не забирай, пускай он будет. Ну, пускай же висит. Он такую паутину тут такой делает. Домик себе. Ты посмотри, Андрей, я вот так вчера... И он у меня дает росточки, ты смотри. И тут, смотри, красота. Да, уже росточки дал. Цветет, смотри. Какая красота, да? Угу, красивенький. И с той стороны, вон, смотри, по листочек. И вон, какая красота. А этот рождественник как пошел. Тут. Да, но потихоньку. Его надо домой будет занести потом, он любит дома. Сейчас тепло. Ну, сейчас тепло, улице, может быть, на улице. И этот уже дом, домашний цветок. А его дома надо будет уже? Да, да, да. Сейчас это просто у меня стоит. А так... Какие уже тучи зависают. Обещали после обеда дождь. И точно, наверное, польет дождик. Но сразу как затягивает уже. Машину я переставил. Потому что Коля приезжает. Да и Виталик был, приезжал так же самое. То негде развернуться во дворе. А так пускай лучше здесь стоит. Сегодня никуда не еду. Что у нас там с бассейном творится. Я даже сегодня не смотрел на бассейн. О, как всегда, мухи, мухи, как всегда. Я не знаю, почему они так налетают на воду, без понятия. Постоянно. Так-то чистый. А вот мухи, и осы, и мухи. Таблеточка есть, не надо бросать. Ну, ее почти хватает на 2 недели. Так, а дома чем занимается? Светланка с телефоном. Долечка спит. А где же мой Вильчик? С мамой спит. А где же Вильчик? Долечка, ты с мамой? А Вильчика куда ты потеряла? А Виля вальтом с бабушкой спит. Да? Артист.